Спамеры, звонки подтверждения заказов. Звонки, звонки, звонки. Современный человек перегружен входящими. Времени, да и желания отвечать на все просто нет. Впрочем, это можно поручить секретарю. Секретарь избавит от спама и мошенников. Здравствуйте, это служба безопасности банка, меня зовут Дмитрий. У нас транзакция ожидает вашего подтверждения на сумму 2100 рублей с вашего счета на счет Котова Ивана Юрьевича. Вы совершали этот перевод? Мой искусственный интеллект подсказывает, что это какой-то развод. Адьос. Здравствуйте, меня зовут Надежда, клиника «Василек». У нас для вас выгодное предложение. Профессиональная чистка зубов всего за 1000 рублей. Хотите записаться? Спасибо. Отправлю ваше предложение в спам. Секретарь ответит на входящие, если абонент занят, вне сети или просто не хочет отвечать на звонок с неизвестного. Абонент может использовать в сценарии свои варианты ответа. Они попадут в реплику секретаря, даже если используется предзапись голоса. Алло, могу я поговорить с Анной? Анна сейчас не может ответить. Она в отпуске и пьет шампанское. Что передать? Я перезвоню. Лучше после 15-го. Ладно. У секретаря десятки готовых диалоговых сценариев, и список будет пополняться. Это курьер, доставочка. Я тут уже у вас у подъезда. Подождите, пожалуйста. Анна перезвонит буквально через пару минут. Что передать? Пусть перезвонит. В какое время будет удобно? Желательно до 22. Хорошо, я все передам. Секретарь вышлет текстовую расшифровку диалога и аудиозапись в мессенджер. Абонент может выбирать, каким голосом будет говорить секретарь. Здравствуйте, у нас для вас акция. Алло, милок, мне внуки велели никакие предложения от незнакомцев не принимать. Всего хорошего.